Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок, который мы проводим каждый Йом-Хамиши, то есть в четверг. А в надежде на то, что интернет будет работать нормально, несколько секунд мы поджидаем, выясняя, насколько интернет сегодня хорош. И после этого мы можем начинать наше занятие. Может быть, появятся какие-то люди, и тогда нам сообщат, действительно слышно, видно, как, что, каким образом. Но пока начну говорить. Как всегда, тема занятия мне была подсказана. Вот появился первый человек. Добрый день, здравствуйте, шалом. Если будут какие-то неполадки, вы нам как-то дайте знать. Как всегда, тема нашего занятия, она мне подсказана недельной главой. В эту субботу мы читаем главу Китаво. Китаво, я ее приготовил вот здесь. Китаво переводится «Когда придешь». «Когда придешь», начинается она «Вегая и будет Китаво эльга арес ашерашем локеха нотен леха». «И будет, когда придешь ты в землю, которую Господь Бог твой дает тебе». Вот, наконец, в прошествии 40 годов, всем привет, кто подключился, здрасте, Давид, здрасте. Значит, 40 лет проходит по существу, Муше заканчивает свой разговор, да, более месяца длился этот разговор, и мы по существу приходим в землю Израиля. Китаво, когда придешь в землю Израиля. То есть где-то вот сейчас мы приближаемся уже к концу нашего путешествия. Ну и дальше идет глава. Всем еще раз привет. Глава наша насыщена огромным количеством подробностей. Ну и самое важное, что есть в этой главе, ну, в общем, везде все самое важное, это понятно. Но вот то, что сразу бросается в глаза и чего нет по существу в других главах, это 98 проклятий, которые будут произнесены. Да, то, что называется клалот, 98. Их очень много. Причем, когда ты их читаешь, то если понимать еще, что означают эти слова, то, конечно же, становится нехорошо. Потому что то, что должно пасть на нашу голову, причем, я так думаю, неизбежно. Ну, там сказано, если ты не будешь соблюдать постановления мои, ходить по моим дорогам, слушать моего голоса, то есть, если мы не будем служить Всевышнему, то дальше перечисляются вот эти вот 98 ударов, проклятий. И одно страшнее другого. Конечно же, люди, которые, допустим, задают вопрос, после того, что вот в 20 веке был Холокост, как так Всевышний мог это допустить, куда он смотрел, почему он не защитил народ свой. Такому человеку хочется сказать, что, ты понимаешь, ты должен перечитать главу Китаво. В главе Китаво достаточно давно, 3500 лет тому назад, все уже было написано. Там четко и ясно сказано, что ожидает наш народ, если этот народ не будет служить Всевышнему. Ну, вот эти вот проклятия, они в этой главе есть, но мы, конечно, не будем ими заниматься, это отдельный урок и отдельная тема, почему проклятие, зачем проклятие, нужны ли проклятия. Я хочу обратить внимание на другое. Я вычленил как бы другую тему разговора. Мне интересно разобраться вот в чем. Каковы отношения между человеком и Всевышним? Ну, понятно, что тема непростая, да? Понятно, что тема, ну, носит какой-то такой субъективный характер. Я, естественно, буду говорить о том, что я понимаю под этим, как я воспринимаю отношение человека ко Всевышнему и Всевышнего к человеку. Ну, больше человека ко Всевышнему, конечно. Исходя из тех текстов, которые есть у нас. То есть я опираюсь на какой-то текст и пытаюсь сделать вывод.
Ну и, естественно, сразу хочу оговориться, это, конечно же, мой частный вывод, то есть то, что называется моя драша, мое частное мнение, и оно ни в коем случае не является абсолютно объективным, и каждый волен размышлять на эту тему и выбирать, как ему кажется, правильный тип отношений. Ну, по крайней мере, я хочу сказать, что на эту тему стоит размышлять и стоит разговаривать. На тему об отношениях человека со Всевышним. Когда человек был только сотворен и находился в Ган-Эдене, по существу у него не было свободы выбора. То есть до грехопадения он был лишен свободы выбора. И грехопадение – это вот тот самый был порог, та самая граница, после которой у человека появляется свобода выбора. Свобода выбора – это свобода нарушить, свобода сделать так, как не велено предписанием. Вот мне предписано одно, а я сделал что-то другое. И в этом выражается моя свобода выбора. Таким образом, факт грехопадения привел к тому, что человек стал обладать свободой выбора. Ну, потом далее шло как шло, это описано в Торе. Человек застраивался, духовный мир его застраивался. Был ряд испытаний, необходимых для того, чтобы человека сформировать, и человечество, и общество. И оно прошло ряд этапов, и все приходит к горе Синай. У горы Синай, по существу, в момент божественного откровения, это вот завершается весь цикл сотворения. То есть, если сотворение начинается вот первый, второй, третий, шестой день творения, шестой день творения сотворен человек, то заканчивается все сотворение у горы Синай в момент божественного откровения. Вот тогда как раз все, кто был там, они исправляют первородный грех, они возвращаются в состояние Ган-Эдена до грехопадения. Ну и по существу что происходит? Они лишаются права выбора. То есть получается так, что когда возникает еврейский народ, вот все те люди, которые там стояли и были свидетелями этого откровения, и они сказали «Насава нишма», «Сделаем и поймем», они по существу, приняв на себя хамут Царства Небесного, они отказываются от своего права выбора. Они говорят, что они полностью подчиняются Всевышнему. И дальше начинается наше путешествие или блуждание 40-летнее по пустыне. И вот оно заканчивается. Вот сейчас оно заканчивается, и мы подходим к той самой земле обетованной, которая нам обещана, которую мы должны еще завоевать. Дальше происходит удивительная вещь. И она описана вот в наших главах последних, что когда мы переходим Иордан, мы должны подойти и встать напротив двух гор. Гора Эйваль и гора Гризим. Между этими горами, как раз вот там, где находится город Шхем, ну или в арабской транскрипции Наблус, в христианской тоже, город Шхем, там является, вот это является входом в землю Израиля. Мы должны пройти между этих двух гор. И что интересно, что вот та гора, которая находится севернее, она называется Эйваль, там будет стоять представители шесть колен, и на южной горе, Гризим, она южнее будет, будет тоже шесть колен, они распределяются, а весь народ вместе со священниками и левитами будет проходить между этих двух гор. И с одной горы будут звучать благословения, это с горы Гризим будет звучать благословение, и с горы Эйваль будут звучать проклятия. И на то и другое весь народ, который проходит вот там, должен отвечать «Амен», то есть истинно, принимаем. Благословение, проклятие. Это очень странная, да, казалось бы, картина, но мне абсолютно понятно. Вот в этот момент, когда мы возвращаем на себя проклятие, проклятие всегда связано с грехом, с грехопадением. По существу мы возвращаем себе, каждому из нас и всему народу право выбора. То есть цепочка. В Ган-Эдене при создании мы не имели права выбора. Совершив грехопадение, человек стал обладать правом выбора, был изгнан на землю. Далее у горы Синай, сказав «сделаем и поймем», мы отказались от права выбора.
чтобы получить Тору. И вот теперь, входя в землю обетованную, принимая на себя благословение и проклятие, мы снова принимаем на себя право выбора. Право выбора всегда связано с возможностью совершить проступок, то есть с грехом. Как ни странно, но это так. Это так. Это вот мое глубокое убеждение. Значит, мы приходим в эту землю, возвращаем себе право выбора, проходим между двух гор Гризим и Иваль. Повторяю, Иваль севернее находится Шхема, Гризим южнее. И там звучат благословения и проклятия, и мы вот после этого входим в землю и Израиля. И начинается вот это вот завоевание. По существу заканчивается Тора, и начинается книга пророков. Первая книга, книга Йошуа бен Нуна, где рассказано о том, как мы 14 лет завоевывали эту землю. Это все понятно. Значит, в основе моих отношений со Всевышним лежит то, что человек имеет право выбора. Человек может принимать решение. И это связано с тем, что он может, он имеет предписание, и он может отказаться от него, он может его нарушить. Хотя он берет на себя обязательство, обет, это называется брит, союз, он берет на себя обязательство выполнять эти предписания. Но, в принципе, он может нарушить свое обязательство, нарушить и не выполнять. Ну, вот если он нарушит, тогда, естественно, возникают все те проклятия, все те 98 проклятий, которые здесь у нас описаны. Значит, между человеком и Всевышним устанавливаются какие-то такие паритетные отношения. Что в нашей главе есть? Очень интересно, это действительно важно, что если вы откроете главу 28, 69 стих, то там сказано, вот слова союза, которые заповедал Всевышний через Муше, заключить с ним, сынам Израилем, здесь, в земле Моав, в продолжении того союза, который заключил Всевышний с вами у горы Синай. То есть, если у горы Синай был заключен некий союз, то вот сейчас, по существу у горы у этих двух гор, Гризим и Иваль, заключается вторая часть этого союза. То есть заключение союза заканчивается. Там оно начиналось, и здесь оно заканчивается. Там оно, сам Всевышний заключал этот союз, а здесь он поручает Муше, и через Муше он заключает этот союз. И сказано, что именно вот здесь тогда и возникает народ. Потому что там сказано, что на нашем мудрецы считали, что у горы Синай, когда было божественное откровение, возникает народ. А как же здесь тогда? Когда он возникает, там у горы Синай или здесь? Ну, я бы сказал так, что там процесс начался, а здесь процесс закончился. Там мы приняли на себя обязательства, приняли учение, отказались от права выбора. Здесь мы возвращаем право выбора и берем на себя, опять-таки, обязательства исполнять то, что заключили в первый раз, то есть тот закон, на который мы на себя взяли, но плюс еще вот вернули себе право выбора. И здесь вот народ как бы вот стал полноценным. Это очень важно знать. Ну и дальше, конечно же, я перехожу к тому, о чем я начал. Каковы же все-таки отношения? На чем строятся отношения между Всевышним и человеком? Многим может показаться, что, читая вот эти все проклятия, что по существу это... Ну, метод кнута и пряника, да? То есть вот мы заключили некий договор. И если договор не выполняется одной из сторон, то возникают санкции. Санкции возникают, то есть я взял на себя обязательство вот делать раз, два, три, и не делаю. Тогда мне должны быть какие-то штрафные санкции. То есть вот это самое наказание. То есть... Вы можете спросить, а вторая сторона, она как, всегда выполняет договор? Допустим, Всевышний всегда выполняет договор. Ну,
Понимаете, у нас не может быть таких претензий ко Всевышнему. Хотя те же хасиды, они да, говорят, что можно требовать от Всевышнего, и иудаизм утверждает, что мы же обращаемся к нему, и мы можем с ним беседовать, если это наш отец, ну, небесный, но отец, то так же, как к отцу, мы можем предъявлять некие требования, так и Всевышнему можем предъявлять некоторые требования, и люди предъявляют, говорят, вот, обещал это, и не делаешь. Но это уже другой разговор. Так вот, получается, что вот возникает такое ощущение, что если я что-то нарушил, то мне по существу прилетит вот это вот наказание. Ну и дальше перечисляется 98 приказаний, которые есть. А так ли это? Вопрос, большой вопрос. Является ли наше отношение кнута и пряника? Если я хорош, меня награждают, если я плох, меня бьют. Хочу вам сказать сразу, я не считаю, что это так. Я не считаю, что отношения между Всевышним и человеком строятся по принципу только. Главный принцип – это награда и наказание. Награда и наказание имеет место, но оно сложнее, чем просто, знаете, вот сделал, получил, вот как вот, допустим, у людей, да, кто-то кому-то сделал, он его и отблагодарил. Нет, все гораздо сложнее. Во-первых, вот в этом диалоге Всевышний человек, кто является инициатором, а кто является продолжателем некоего действия? Я вам предлагаю прочитать вот пасук, глава 27, да? Глава 27 и у нас пасук 17. Глава 27, пасук 17. Здесь сказано очень интересное. Милосердного Бога ты вознеси сегодня, то есть над собой, чтобы он был тебе Элоким. Элоким, это можно переводить, источник сил, судья. Чтобы ходил по его дорогам и соблюдал законы, заповеди и постановления, и слушался его голоса, то есть ты должен его восстановить. И дальше написано так. И милосердный Господь, Бог твой, восстановит тебя сегодня или сделает тебя сегодня, чтобы ты был ему народом. Народом написано «сегула». Особенным. Кашер Дибер, как он говорил тебе, Велишмор, Кольмицутав, и чтобы ты соблюдал все его заповеди. То есть, получается, что вот в этой связке человек Всевышний, Всевышний человек, инициатива у нас. Мы начинаем первые. Мы его ставим над собой Всевышним, и тогда он нас делает народом. Знаменитое хасидское высказывание, где находится Всевышний. Всевышний находится там, куда ты его пускаешь. Ты первый. Ты его назначаешь. Вот это очень интересно. Понимаете, вот Всевышний есть, он, естественно, творец всего, он царь вселенной, он находится везде, повсюду. Но ты его должен поставить над собой. Ты его должен впустить сюда. Ты должен четко и ясно осознавать, что он здесь, и ты с ним находишься в контакте. Тогда он начнет тебя делать своим народом, проявлять себя по отношению к тебе, как к своему народу. Это очень важно. Значит, инициатива в наших отношениях находится у человека. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, я вас обращаю к главе 28, да, пасук или стих. 63. Стих 63, он совсем интересный. Там говорится так, внимание, там говорится так. И будет. Когда Каашер Сас Ашем Алейхем, когда будет радоваться милосердный о вас, Легитивитхем, делать вам хорошее, улегарботетхем, и умножать вас, ну и, видимо, все, что у вас есть. Кен ясиса шемеракихем, также будет радоваться Всевышний, Бог ваш,
уничтожая вас. Вы поняли? Вот так же, как Он радуется, когда Он нам делает благо, радость и увеличивает нас, так же Он будет радоваться, когда Он нас будет уничтожать. Вот здесь так написано. Я вам практически дословно это прочитал. Еще раз. Глава 28, стих 63. Можете его прочитать сами. Мне кажется, в переводе оно будет так же звучать, в таком традиционном. То есть, Он радуется, когда Он нам делает хорошо, и Он радуется, когда Он нам делает плохо. Я себе говорю так. Я не понимаю, что здесь написано. Я просто не понимаю, что здесь написано. Я сделаю так. Я буду относиться к этим словам как к неким математическим знакам. Потому что эти слова здесь есть, они вот как-то вот написаны, но смысл у меня не укладывается. Тогда что я делаю? Я вижу, что вот это предложение имеет две части. И будет, как радовался Всевышний, первая часть, вторая, когда делал вам добро, так же радовался Всевышний, как делал вам зло. Значит, есть в этом выражении две части. Радовался Всевышний, первое, делал добро, вторая часть. Радовался Всевышний, делал зло. Вот я размышляю над этим. Я ведь начал с того, что когда мы были в Ган-Эдене, и мы не согрешили, не имели права выбора, все было только хорошо, но ни о каком наказании не могло быть и речи. Когда возникает момент наказания, то есть то, что называется зло, когда мы совершаем некий проступок и получаем право выбора. Право выбора у нас. Мы владеем правом выбора. Но из-за него нас выгоняют из Ган-Эдена, из такой духовной области, и мы становимся самостоятельными творцами. И здесь, входя в землю Израиля, тоже мы берем на себя проклятие. Получается, что вся вторая часть плохая, и хорошая, и плохая, связана все-таки с человеком. Со Всевышним связана первая часть. И будет радоваться, когда делает вам хорошо, и это значит Ган-Эден до грехопадения, и будет радоваться, когда делает вам плохо, это уже когда мы получили проклятие, обрели право выбора и окунулись в материальность. Значит, хорошо и плохо – это в человеке, а хорошо и хорошо – это во Всевышнем. Получается очень интересная вещь, что сверху от Всевышнего исходит только хорошо. Все, что связано со Всевышним, с Его именем – это только хорошо, это только радость. Но когда эта радость спускается сверху вниз в материальный мир, она ведь попадает в меня. А вот дальше с этой радостью начинает что-то происходить. Если я этой радости соответствую, то она умножается. Делается мне хорошо, и я вот умножаюсь. Если эта радость Всевышнего во мне встречает некое противоречие, которое связано с моим правом выбора, и я хочу поступать не так, как мне предписано, то происходит столкновение между тем, что он меня хочет насытить радостью, а я хочу сделать свое. И вот это вот противоречие приводит, видимо, к моим потерям, к тому, что называется клала, проклятие, то есть к моему уничтожению. И что выходит? Что Всевышний посылает мне только добро. А что будет со мной, то есть с этим добром, когда оно придет в меня, попадет в меня, в народ, вниз, в людей, зависит от нашего состояния. Оно может принести мне добро, и оно может принести мне зло. В зависимости от того, что я в себя держу. Значит, вот это вот второй момент. Первый момент. Напоминаю. Инициатива за человеком. Человек начинает, и Всевышний его поддерживает.
Не то, что я вот сижу, сложа руки, и говорю, ну, ребята, я верю. Да сделай же мне что-нибудь, да? И сделай. Известный анекдот про то, как там наводнение было, и человек сидел на крыше и ждал помощи Всевышнего. К нему там люди подплывали, пытались его спасти, лодка. Он говорит, не-не, я жду Всевышнего, знаете, да? Потом, когда он уже утонул и попал туда, вот, на небо, и он говорит, Господи, как же так? Я к тебе так верил, а ты... Я же тебе посылал и лодку, и это. Почему ты не реагируешь? Значит, все-таки мы должны что-то делать. Мы начинаем, а он уже нам по ходу дела помогает. Это первое. И второе. Всевышний источает только добро. Только хорошее. Ничего плохого от него не исходит. Он источник жизни. И когда вот эта вот энергия или божественный свет, как хотите, не сходит вниз и попадает в человека, он сталкивается либо с подобным, это когда я, соответственно, хожу по его путям и выполняю его заповеди, служу ему, тогда я имею какие-то подобные качества, и тогда этот свет во мне увеличивается и приносит мне радость и добро, и здоровье, и благосостояние. Либо я хожу своими путями, поскольку имею право выбора, через клалу, через проклятие и грех, я имею право выбора, я делаю то, что я хочу, но тогда происходит столкновение между тем светом и тем содержанием, которое есть во мне. И тогда это может меня убить, то есть уничтожить. Значит, кто меня судит? Он меня судит? Нет. Я сам себя сужу. Я создаю то, что меня может либо облагодетельствовать, либо уничтожить. Вот это очень важный момент. Вот два момента. Что же мне делать, чтобы в себе накопить такие качества, и какие эти качества, чтобы этот божественный свет, который в меня попадает, он в меня всегда попадает. Даже если я не молюсь, не прошу ничего. Сам факт моего существования уже подразумевает, что источник жизни, потому что во мне есть душа, да, которая пришла оттуда, он будет притягивать эту энергию в разных количествах. Да? Когда человек молится или когда человек служит, вот этот поток сильнее. Когда он не служит, не молится, этот поток слабее. Но он всегда есть, потому что если его не будет, человек просто умирает. Да? Потому что он отрезается от источника жизни. И вот когда этот источник жизни в меня присылает вот эту энергию и свет, и если он во мне находит нечто другое, возникает конфликт. Как мне создать в себе ту атмосферу или ту ситуацию, чтобы все-таки вот приходящий в меня божественный свет умножался, а не был мне во вред. И тут я вам предлагаю посмотреть, вот я сам нашел, значит, это 28 глава, 47 стих. 47 стих, что он мне здесь говорит? 47 стих, это, да, 47 стих. Вот он, 47 стих. И здесь сказано вот что. Я вам прочитаю и переведу. Я его отметил. Значит, что должно быть во мне, в человеке, чтобы вот это положительное, что приходит сверху, оставалось положительным во мне? Я от противного. Значит, ты будешь иметь здесь плохое, написано так, 46-й, 47-й. «Вегаю веха ли от улимуфет, и будет тебе знак вот этого чуда, увезарраха». Адулам. И у тебя, значит, что-то будет хорошее до конца света. Тахат ашер ло аватта. Да? Ло аватта это шем элокейха. Значит, мне будет плохо, если я не служу Господу моему бесимха в радости, увету в лев и по доброте сердца своего, миров коль, миров от большинства всего, так написано. Миров от большинства коль всего. Здесь приводятся вот три момента моего служения. Первое – это радость. Второе – это доброта сердца.
И третье – это понятие, которое называется «коль». «Коль» на иврите значит «все». Я бы начал с последнего. Известная ситуация в Торе, когда встречаются два брата – Исав и Яков. Известная ситуация, после того, как Яков там 20 лет пробыл у Лавана, он возвращается домой, ему навстречу едет Рувен, едет Исав, его брат, и с ним 400 всадников. Естественно, Яков боится, поскольку помнит, что брат обещал его убить за то, что он у него украл благословение. Ну и дальше происходит вот эта знаменитая встреча братьев Якова и Исава. И там есть такой текст. Яков дарит ему огромное количество подарков Исаву, и Исав их принимает в виде там всяких животных, стада и прочее. И дальше Исав говорит: знаешь что, брат, у меня на самом деле много есть. Написано: ешь ли рав, есть у меня много. На что там он предлагает это взять часть Якову. Яков говорит: не волнуйся, дорогой брат, ешь ли коль, есть у меня все. Один говорит: есть у меня много, другой говорит: есть у меня все. Вот рав — это много, а коль — это все. Это на самом деле две жизненные позиции. Позиции Эсава и позиция Яакова. Есть у меня много, это связано, это количественная характеристика и связано с материальным миром. Если человек собирает свои богатства на уровне материальном, то, конечно же, количество играет важную роль. И на самом-то деле, грубо говоря, денег много не бывает. Чем больше ты имеешь, тем больше ты хочешь, да? У тебя аппетит растет. И поэтому рав, много, всегда требует прибавления. А вот что значит «есть у меня все», «есть ли коль»? Это говорит о не о количественной характеристике, а о качественной. «Есть у меня все». То есть мне достаточно того, что я имею, оно не связано с количеством. Просто то, что я имею, мне хватает. Именно это мне хватает. Сколько вам нужно там, Шура, балага, сколько вам нужно для счастья? Там 300 рублей. Вот 300 рублей делает его абсолютно идеально. Ему больше не надо. Вот та бутылка вина или та бутылка пива, которая у меня есть, меня делает счастливым. Мне не нужен погреб винный, ну не нужен. Поэтому вот эти вот характеристики очень важны. Когда человек живет по принципу «ешь ли рав», «есть у меня много» и начинает копить материальность, он переходит в категорию потомков Исава. Если же «ешь ли коль», «есть у меня все», он переходит в потомки Яакова. Как раз здесь и говорится, что почему с тобой было плохо? Потому что ты не служил мне в радости от душевной полноты и с тем, что называется «коль». Основа того, что человек формирует свое нутро, основана как раз на этих двух понятиях – рав и коль. Если я формирую свое нутро или свое отношение к миру по принципу гармонии, мне хватит того, что я имею, я себя чувствую абсолютно счастливым от того, что я имею, и готов даже делиться этим. Вот это на самом деле главное условие – формирование своего внутреннего сосуда для наполнения добром божественного света. То есть, если я формирую себя по принципу «коль», то есть «все», тогда во мне рождается радость и то, что здесь называется «доброта сердца». И тогда, несомненно, тот свет, который во мне окажется, он принесет мне, удвоит, утроит, умножит мою радость и принесет мне благо. Вот на этом строятся на самом деле все отношения между человеком и Всевышним для меня. То есть инициатива в руках человека. Человек имеет право выбора, но должен понимать, что судья ему он сам. Плохо ли ему или хорошо ему зависит только от того, как он застроил, чем он застроил свое нутро. Если он застроил его с точки зрения «все», гармония, тогда возникает радость и доброта сердца, и тогда он будет по-настоящему счастлив. Так я вижу эту картину. Я не знаю, насколько я вам
внятно это объяснил, тем более, что интернет все время прерывается. Но вот это я вам хотел сказать, я сейчас пролистаю. Может быть, какие-то есть вопросы. И так, пока вопрос. А если это два творения, одно духовное, второе, а второе из праха? Дело в том, что я бы сказал, это не два творения, это одно творение, но оно описано как двуступенчато. Я не знаю, делал ли Всевышний это двуступенчато и делал мгновенно, но нам передается в текстах как некие, вот, некие ступени творения. Знаете, вот есть творение первой главы Берешит, творение второй главы Берешит. Сначала только из праха, а потом вдунул Дух Святой и оживил этот прах. То есть оно не различное творение, оно продолжение. По существу вся книга Торы, она описывает только вот, вот этот самый акт творения человека, человечества, еврейского народа и прочее, и прочее. Не знаю, я ведь загадка в том, чтобы вот это материальное вдохнуть в него живое, чтобы совместить душу и тело, то, что по существу не совмещаются, они ведь враждебны друг другу. Поэтому я думаю, что это не два творения, это одно творение. Так, испытание жизнью. Испытание жизнью, выбрав Бога, приведет к устранению защиты ангелами и бою да острым мечом пути к древу жизни. Я не очень понял, это высказывание или вопрос? Я это не понял, это Олег Ярошенко. Я не понял, это вопрос или это утверждение. Поэтому мне сложно на это реагировать. Ну вот, больше нет ничего. Я уже не знаю, как вот в связи с этим срывом, что было и будет. Но, по крайней мере, то, что было, то и было. Я вам желаю всего самого хорошего. Шаббат шалом, удачи, здоровья. И даст Бог, увидимся. Всего хорошего, пока.